колесо вождения. А еще говорят, чертово колесо, что многие боятся на него, оно очень-очень большое. И многие боятся на него садиться. Посмотри, бабки, какой дом здесь большой. Машенька, посмотри вот сюда. Вот это посмотри, какой большой дом. Где ты оставишь? Здесь спальня. За ним кушают, а вот здесь пищу принимают гостей. А поднимается на этот стоит, здесь даже спорится, поднимается на второй этаж. А вот бабки, наверное, сидит. Вот бабки выходит замуж невеста. А это ее жених всем за ним ехал на машине. А какой она? А в этом домике живут принцессы Диснеевские. Посмотри, цвету рамбусы. Это вот Золушка потеряла петельку. В розовом платье царевель, а в желтом там вы. А вот так им гости спешит Белоснежка от них всем домом. Вы тоже такими игрушками играете, да? У вас такие же игрушки? Другие? Конечно, сейчас игрушки все международные. Все эти миры играют такими игрушками. Уже все. И все делаются в одной стране. А посмотрите, а ну-ка вы мне скажите, это кто такой у нас здесь живет? Мало того, что у нас же еще немецкая национальная игрушка, к тому же. Настоящий щелкунчик всегда деревянный щелкунчик, потому что у него есть рычажок, открывается ротик, ложится орешка, опускается рычажок, и орешка расщелкивается. Вот вот щелкунчик. Есть такая чудесная сказка «Волк на щелкунчик». У нас балет даже есть, даже опера есть. Мы ходили, мы смотрели. Ну, мы тоже потом это забыли.